почему мы так считаем, что им важнее. Мы тоже хотим командного золота, у нас его давно не было, с 2011 года, с чемпионата мира в Катане. Все умирали. И они все умирали, всем очень надо, конечно. Мы команда, и поэтому нас нет, кто провалился, мы вместе выигрываем, вместе проигрываем. Проиграли вместе. Аида, Юля, Инна, там не важно. Я, во-первых, верю, что все возможно, это раз. Пока последний укол не нанесен, никто не выиграл. Поэтому я до конца сражалась и старалась отыграть. И такие случаи бывали, когда проигрывали и вытаскивали очень много и выигрывали. Это была, в частности, Лариса на чемпионате мира. И благодаря Ларисе стали чемпионами. Не удовлетворены. А серебра нам мало? Мало, конечно. Мало. Вы что думали, что мы пришли и решили? О, серебро, отлично. Нет, мы хотели золота, мы дрались ради этого золота. Я не могу сказать, что итальянки больше нас хотели. Никогда такого не могу сказать. Мы тоже хотим, мы тоже стремимся, мы тоже стараемся. Для нас это тоже круто, но мы хотим золота.